Привет, сегодня посмотрим программное обеспечение для диагностики автомобиля BMW, который мы устанавливаем нашим клиентам, которое, возможно, вам тоже понадобится, чтобы вы имели в виду. Вся система ставится на базе Windows 10 с 64-разрядной системой, так как оперативной памяти на компьютерах на сегодня уже чаще всего встречается 4 и больше гигабайта. Для того, чтобы Windows корректно работал с этим объемом, нужно ставить 4-разрядную систему. Так как не все это программы поддерживают, то это не часто встречается. Но в данном случае BMW это позволяет. Значит, программа BMW Assist, которую мы ставим на виртуальную машину. В данном случае это версия, значит, она запускается через Premium Launcher. И у нее версия 3.27. Если вам нужна другая версия и установить ее напрямую на Windows, то мы также сможем это сделать. Единственное, что есть некоторые нюансы в том, что нужно ставить его на английскую версию Windows, поэтому на чистую английскую версию Windows. Поэтому, если у вас такая есть возможность, то мы можем поставить напрямую. Эта программа нужна для программирования блоков, различных блоков управлений. Она имеет два языка, английский или немецкий. Следующее программное обеспечение – это база запчастей, программа BMW ETK. Опять же скажу, что все версии программ, ну, кроме старых, типа BMW INPA, мы устанавливаем актуально на текущий момент. В данном случае на видео BMW ETK третья версия 2019 года. На момент записи видео уже есть четвертая, мы устанавливаем. Она ставится она мультиязычная, то есть поддерживает большое количество языков и устанавливается напрямую на ваш Windows. Это версия Windows английская, поэтому весь интерфейс в программном обеспечении будете видеть на английском. Так как мы делали это одному из наших клиентов, но то же самое будет у вас и на русском. Также программа для диагностики. Это две, это ISTA-D, которая еще называется RENGOLD, или ISTA-P. Эти программы ставятся напрямую на Windows, запускаются, ну, по-разному, бывает быстро запускаются, бывает нужно подождать какое-то время, зависит от ресурсов вашего ноутбука. Данная версия имеет русский, английский и немецкий языки. Для программы ISTA-P здесь на рабочем столе два ярлыка. Они отличаются, точнее, с каким устройством будете использовать эту программу. То есть, если вы будете использовать с BMW.com, то это ярлык версии 6.4. Если вы будете использовать, например, BMW INPA, NET, то это будет другой ярлык версии 6.1. Как видно на картинке, более старой версии там доступны картинки с изображением этих устройств. То есть, желтый – это NET, и в прозрачном корпусе – это BMW INPA. Эта программа также мультиязычная, но в ней стандартно большее количество языков, так как она занимает меньше места, чем ISTA-D, и поэтому они не вырезаны из нее. То есть в ISTA-D тоже большое количество языков, просто они ресурсоемкие, и поэтому их удаляют. Значит, если говорить об объеме, все программы, которые вы видите на видео, для их размещения вам нужен 320 гигабайт жесткий диск, а желательно 500. То есть мы к своим клиентам предоставляем сейчас уже минимум 500 гигабайтовые жесткие диски для этого программного обеспечения. ISTA-P работает с режимом эксперт, то есть со всеми возможностями для программирования. А вот как видите, в другой версии ярлыка значков автомобилей, значков устройств INPA и NET нету. То есть этот ярлычок только для работы с BMW.com. Как в старом исполнении, так и в новом корпусе BMW.com. Значит, версии, постоянно говорю, что обновляются. Значит, следующая программа, которая вам пригодится, это iToolRadar. Это программа, которая определяет настройки вашего устройства, которое подключено по Ethernet кабелю к компьютеру. Также эта программа может понадобиться для настройки прибора BMW.com с программой BMW INPA. Плюс программа EasyConnect. Если у вас в iCom есть
Wi-Fi модуль, то вы его через эту программу можете легче подключить, чем без нее. Плюс мы даем инструкцию для настройки подключения вашего устройства, то есть для связи устройства и программы, так как в зависимости от типа устройства, то есть это ICOM у вас или NET или INPA, нужны разные настройки в программах. Плюс нужно настраивать само устройство для их работы и устанавливать дополнительные или не устанавливать дополнительные программы. Также вы можете видеть ярлыки, в данном видео мы их не запускаем, но это ссылки на BMW INPA для диагностики старых автомобилей BMW, плюс программа NKS Expert. То есть, если вам нужен такой набор программ для диагностики BMW, можете обращаться. Мы можем установить его как на наш ноутбук, так на ваш ноутбук. Можем установить его на жесткий диск и прислать вам. Вам нужно будет его только вставить в ваш ноутбук и запустить систему, она автоматически через 10-15 минут после обновления драйверов будет работать. Либо мы можем все эти программы установить удаленно через TeamViewer, оплачивать эти установку программ, мы подключаемся через TeamViewer, закачиваем их и настраиваем, устанавливаем и проверяем, что все они работают. Если у вас есть какие-то вопросы по установке программ, напишите в комментарии, обсудим и поможем вам решить вопрос. На этом все, пока!